گلی تماشوان عزیز خان تی وی ایرو حیشت آداره و ام شهر یکاترینبورگ دوارا نشان دکن به هلبت اولاد ملت ازدی هجا ام هجا چاوناس بونجی صحت اوی خوش گیورگی تامویف سپورتسمنه که گلکی پیشکت یجی و وره کلوباوی جی هیه و وره گل شاگر تیوی به گلک ملتا و گرتی وره شاگر تیوی هنه اولاد ما ازدیا جی هنه بس از هیوی دارم که وی بزوتره که هی گلک ازدیان ما بین وره هین بون جبر که کاری وی گلک پروفیسیوناله و هلبت ناوی ملت خواه ازدی جی بلنده که صحات وی دیسا دوباره ده بجم خوش امین ها وره نشان بکن که چاو اف پرسته ساس کرنه وی جورای سپورت بناف دکن MMI و گلک پیشکتی وی که دوی کاری دایانه دهات نخلات کردن اما در درق آمان جوارانشان بکن تاوی مدن من زود گیورگی я родился в 92 году в городе Тбилиси, Грузия. В 99 году мы с семьей переехали сюда, в Екатеринбург. Поступил сюда в первый класс, начал учиться. В третьем классе пошел, записался на самбо. То есть у нас были единоборства. Записался на самбо к Михаилу Санычу, к своему тренеру. До 15 лет позанимался самбо. После этого перешел в рукопашный бой. До 19 лет занимался рукопашным боем. После этого перешел на ММА. Перешел на ММА, 3 года позанимался. Решил открыть свой клуб на нашем районе. Уже 4 года мы тренируем здесь, на Елизавете, в Екатеринбурге. Считается у нас один из самых сильных клубов города, Свердловской области. В прошлом году мы заняли первое командное место на чемпионате Уральского федерального округа по ММА. Помимо этого, также я сужу бои, профессиональные бои, которые проходят у нас в Свердловской области, крупные. Я рефери там. Наши ребята, Тимур Мустафин, призер России по ММА. Алексей Шапошников, тоже призер России по ММА. Зухра Полибеков, чемпион Уральского федерального округа. Гор Халатян, чемпион Уральского федерального округа. В принципе, у нас нормальный, хороший состав ребят. И наши изиды тренируются здесь. Правда, мало, только Жорины дети, в основном Жоры Шеха. Так-то стремимся. Пусть, но мы хотим, чтобы наши изидские дети занимались спортом, чтобы приходили, мы не против, мы наоборот поддержим. Чем сможем, поможем. Главное их желание. То есть пусть приходят, занимаются, встретим как нужно, по большому счету. Вот. Так в основном у нас армянские дети, русские. У нас интернациональный клуб, но изидов у нас мало. Хотим больше, чтобы наши изидские дети занимались спортом. Хочется пожелать в первую очередь, чтобы выходили из стереотипов, из своих, которые раньше были, чтобы не забывали о своих традициях. В первую очередь, наши традиции – это одни из самых великих, самых древних традиций. Нужно поддерживать общение между нами, изидами, да, то есть должно быть дружнее. То есть сейчас у нас изиды Урала, открылось сообщество. Стараемся посещать мероприятия, я узнаю много новых мероприятий, пытаюсь изучать наш изидский язык. Я его знаю, в принципе, в совершенстве, то есть понимаю на 100%. Разговаривать немного тяжело, потому что в основном я работаю с детьми, и мне приходится на русском языке с ними разговаривать, и поэтому мы немножко путаемся. Но сейчас дома даже мы стараемся на изидском языке разговаривать. Единство. Хочется пожелать единства, чтобы у нас было единство, чтобы понимание друг к другу относились по-человечески. Сейчас у нас наоборот, мне кажется, какой-то такой стереотип, если изид тренирует, мы не пойдем к нему тренироваться, мы пойдем к другому тренироваться. Хотя, и по большому счету, мне кажется, нужно наоборот, если взять те же самых узбеков, у нас здесь киргизы есть, да, национальность, есть прям клуб киргизский, где тренируются одни киргизы. 99% тренируются киргизы. Конечно, хочется, у меня тоже мечта такая, чтобы у нас здесь изидские дети занимались, бегали, развивались. Даже не обязательно для профессиональной карьеры, но заниматься спортом никогда неплохо. То есть быть сильным, тем более мужчине, это обязательно нужно. Тем более мы воины, изиды, мы воины. Всю свою жизнь мы воюем, там воевали. В принципе, во многих местах воевали. Нужно единство, нужно вместе скрепиться всем нам. И тогда у нас что-то получится. گرتن و کی هیون اساسی سر نوی بنا فرمانه از دیا و کی سال 2014 شنگاله دا قومی نه تا که واسه دلیل ده هی و کیم بکن یا نه Да, если честно, когда я смотрел вообще, что происходит там, в Шенгале, да, у меня даже желание было, даже мысли были поехать туда, на самом деле. То есть это не просто обычные слова.
И мне кажется, не только у меня, у многих наших езидов. То есть, по большому счету, нам нужен такой человек, который нас сплотит даже здесь. И тот человек, к которому можно прийти, да, за каким-то там советом, именно по даже вот хочется создать что-то. Хочется вот создать езидский клуб даже, да, по единоборствам, создать езидское что-то, да. То есть нужен человек, который нам, в принципе, этим поможет. Тот человек, который умный, разумный, взрослый человек, который станет и этим нам поможет. Я готов помочь, мы готовы собраться, помогать Шингалу, да, если нужна такая-то определенная помощь, то есть как и материально, так и морально, в принципе, все поддерживают, это обычные социальные сети все пишут, да, тоже все равно приятно, как бы какой-то таковой помощи нету, но все равно приятно эти вещи, поэтому, в принципе, мы готовы, я, мои друзья, езиды, братья, родственники, в принципе, по большому счету, мы готовы встать за нашу нацию, и если нужно будет даже, честно сказать, честно, если нужно будет, мы даже поедем и будем воевать, то есть это не проблема, мы воины. Вот я Мендеки, это Джангир Ага, то есть все мы, наши предки, мы все, все военные, все, всю жизнь наши предки воюют, всю жизнь, поэтому для нас это не страшно, мы готовы это сделать. Erb Jimlet SD, SD Khan TV, Khairatye. Я Соев Услан, занимаюсь ММА 2 года под руководством тренера Георгия Тамоева, по национальности езид. Я тоже по национальности езид. Он тренер Свердловской области по ММА. Я с Хохажи, с Диме, Шеха Шехабагре. Я Гор Халатян, по национальности армянин, тренируюсь в клубе «След» под руководством Георгия Тамоева Юрича. Являюсь мастером спорта по смешанному боевому единоборству и на данный момент занимаюсь этим профессионально. گلی تماشایان از دیخان تیوی برنامه ای رو هاتا داویا خواه ببینین تیوی مه هاتا برنامه کی دن از دیخان تیوی یکاترینبورگ.